Ну, это почти финальные настройки уже системы материнки. Может быть, что-то неправильно. То есть я вчера переводил почти все настройки. То есть получилось как-то так. Драм вот так вот у нас. Кстати, здесь поставлю сейчас, попробую. Потом уже запущу. Посмотрим, что из этого получится. Здесь вот так. Может быть, тоже не совсем все идеально, но как бы я так пытался понять, насколько все это актуально и какие настройки как работают, что где ставить. Здесь тоже говорят, можно экстрим поставить, вот этот duty контроль, но я не стал. Здесь получилось как-то все так. Там, где ничего не понимаю, или не трогаю, или ставлю авто. Вот, Power Limit 200 стоит. Дальше все авто. Здесь вот так вот все. Тут вот так. Тут тоже все авто стоит. Так, ну тут вроде все вот все разделы показал. В Advanced здесь посмотрим сейчас. Вот так вот. Здесь так, здесь так, так, здесь вот так. Звуковая карта отключена, потому что у меня настольная. Внешняя, точнее. Здесь я ничего не менял. Здесь изначально все было довольно-таки неплохо. Так, здесь все. Здесь спуфан игнора, потому что туда ничего не подключено. Тут как-то все, да, это не то. Тут я вроде тоже ничего не трогал. Да. Здесь не стал ничего менять. Будет все так. Опять он авто поставил. Ну, в общем, вот, вот так вот. Сейчас попробуем загрузиться. С пониженными таймингами. Ну, в общем, вот так. Такие настройки биоса получаются. Если кто-то что-то знает и посмотрит видео, пожалуйста, подскажите. То есть, если где-то что-то можно еще поменять. В принципе, пока вот я ни с чем, ни с какими проблемами не сталкивался при пользовании компьютера, поэтому пока ничего и не крутил. То есть, как-то так.